Хочу, кстати, рассказать. Вот я вам говорил, что многие истории связаны с песнями, и они действительно так. То есть ничего, если я что-то придумываю, может быть, чуть-чуть приукрашу, но принципиально это так вот и было. Мы поехали в Великий Устюг, приехали, значит, выходим из поезда, минус 35. Такие, значит, сыграли концерт, значит, и поскольку хорошо там, нас хорошо приняли, хороший концерт, и нам говорят, слушайте, вот сегодня на концерте присутствовал один у нас есть историк, он вводит экскурсии, но вот он очень редко вообще соглашается, вот он вас послушал сегодня, он сказал, он готов завтра вас повести по Великому Устюгу экскурсию, пойдете? Мы так все, пойдем, конечно же. Он говорит, хорошо, в 8 утра, чтобы все были готовы, в 8 утра. А мы, а концерт-то был хороший. И мы сели все в номере у нас, а меня поселили с Костей Уткиным, аккордеонист. Такой душевный человек, такой замечательный музыкант, и просто в общем... православный такой. И мы с ним, да, и у нас в номере все собрались, все дела, еще сходили там, еще. Ну вот, и мы за жизнь сидим крепко. Ну вот. И все уже расходятся, а нам-то расходиться некуда, мы здесь живем, в этом номере. Ну вот. И Костя уже достал аккордеон и говорит, Миха, я вот песню сочинил, вот такую, вот эту, смотри. И я такой сижу вообще там. Значит, ага, и вдруг стук, я думаю, ой, просто мы такие с Костей переглянулись, все, сейчас, наверное, это самое, горничная там, наверное, кого-то разбудили, достали аккордеон, разбудили, сейчас начнет нас ругать, так, мы так аккуратненько, так, с опаской открываем дверь, а там стоят люди, ну вы на экскурсию-то пойдете? 8 утра. Мы пошли на экскурсию. Получилось так, что пошли только мы. Все ребят было абсолютно не добудиться, они ушли утром, значит, спать. А мы, когда мы вышли на улицу в 35, вот, мы протрезвели наполовину. Ну, мы и так все нормально было. Я помню это, вы знаете, это дорогого очень стоит. А когда мы пошли и зашли в первый храм, и вот этот невзрачный человек, такой мужичоночка, такой, вдруг начал говорить, у меня вообще весь хмель куда-то ушел, и я каждое слово внимал. То есть там божественное место, там, я думаю, что это такая история есть, наверное, у любого места. Но, тем не менее, вот Великий Устюг. И когда я поехал домой, мы сели в поезд, я очень люблю такие тексты. Вот послушайте, пожалуйста, я вам сейчас спою песню. Она так и называется «Говори давай, Великий Устюг». Вот я обожаю, я не сочинял ее, честное слово. То есть я вот просто, вот этот весь текст, он пришел так, тюх, я его записал и потом попросил еще друзей подобрать аккорды и подобрал аккорды. Послушайте, пожалуйста. Великий Устюг, говори давай, Великий Устюг. Задалась, да завелась намерением веселым. Да все к столичным селам хмельным несется вихрем. Перебор, да передел, да пересуд мирского всех устоев. То дело непростое, помесь с братом их нет. Как сейчас? Еще. Желчь есть, но нет крепче пустого. Лоши дарят, да жгут недюжую. А ну давай-ка ее наружу-то!
то не вой, да не стон, да не песнь, а то мое сердечко за старое местечко смешно молитвой бредит. И ни царь, и ни поп, и ни шут, а может, сам Всевышний глядит, да так уж вышло, к нам на пирушку едет. И неведомо, что за силами здесь мы можем летать бескрылыми. Отвязались веревки жгучие разговорами. Души мучили. Говори давай, а нам Господь отпустит. Говори давай, великий Устюг, говори давай. А нам Господь отпустит. Вот и голь, вот и боль, вот и смех. Лицом и наизнанку в сугроб несутся санки. А с пьяну мило любо утонуть, угадать, обернуть в узоры все умение, нудюжие терпение твои хранили губы. Серебряно обвязано серебро, как у мысли те люди есть добро. Небо рухнуло, кто горазд поднять птиц по улицам стремительной гонять. Да! Вот и слог, вот и рук, вот и рук, чугунные сплетения, да то святое пение неумиравших ликов. Вот и день, вот и год, вот и век, да сквозь огонь кликуши твои дождались уши с другого света криков. Сел на камень ветрами точенный, вижу, будто что напророчено. Но разве речью простою скажется? Жди, пока с ветром все уляжется. Говори давай, великий Устюг, говори давай. А нам Господь отпустит. Говори давай, великий Устюг, говори давай. А нам Господь отпустит.